Все еще в Саратоге, сидим в таком красивом парке с фонтанами. Там стоят стулья, видимо, для свадьбы. Вон собираются гости. Почему-то уже поздновато, 4 часа, но видно, это время сейчас будут расписываться. Подъезжают. Сейчас пройдемся еще по городу погуляем. Хорошая здесь такая людная, каменная Мейн-стрит, она называется Бродвей. Как банально, Бродвей. Мейн-стрит было бы еще банальнее. И это побратимый город Чехов. Мне интересно после этого съездить в Чехов, посмотреть. Вот, ты же сразу заинтересовалась Чехов. Чем мы можем парировать побратимому городу. Бродвей, я думаю, там точно нет. Здесь уже такой более светский город. Скачки, пуанты. Сейчас покажу пуанты. Тут самые главные фигуры – это лошади и пуанты. И вот стоит. Пожалуйста. Дома красивые. Туда улицы тоже хорошие идут, оказывается. Еще. Параллельно видно. И вот опять же тени стоят. Какие-то магазины все сувенирные. Да, какие-то подарочные. Название под силой под худок. Худяк Констракшн. А вот какая картина красивая. Как бабочка. Бабочка, да, на каком-то фоне. Сюда в кафе страшно заходить, сейчас, наверное, заломят. Ананас, джюс бар. Все в зелени. 12-11. Ну что, человеческие еще, да? Бургер и бир $13. О, свинка. И тут цены, да? Тоже 8, 13, 14. Чинис? Ага. Но это ж не буфет, это только одну тарелочку возьмешь. И все. Мы с Жакой
Жака с Жекой. Жека и Жака. Саратога Travel Wine Cup. О, а тут тоже дают Wine Cup, видимо. Еще в Саратоге нам нужно кап. Капать. Кто есть? Магазин с вином этот. Шведиш Хилл есть. А. Вот тут. Думаю, ты там что-то есть. Джуэлли. Золото, бриллианты. Полицейский батон, правда. Золотой, наверное. Вот так. А вот какая здесь шикарная лошадь стоит. Просто шикарнейшая. Вся в блестящей мозаике. Ой, прямо бриллиантовая. Драгоценных камнях все. В Портленде. А он хлеб прямо на улицу вынесли. Может быть, это можно пробовать? О, можно пробовать, да? Да, можно. Хлеб красивый, запеченный. Кто доски? А? Кто стоит? Ну это тут это выпечка. А. Итальянские бутеры. Цветы красивые, тигры, о, львы, тигры. Это Сити Холл, кстати. О, награда. Все, да, это вот тут был вот против рекламы, да? Ну, хоть успели щелкнуть. Да, издалека хоть. В 90-каком-то году у них они Эвокс взяли The Great Main Street. А, вон Music Hall. Так это же еще не Main Street, или считается Main Street? Это же считается Main Street. Они, короче, все мусики подрисовывают. Да, Обаме, Путину, все. Да, да, да. Всем подрисовывают. А вот Olive Oil, Саратога Olive Oil. Зайдем. Пробовать, да, опять? Да. Опять это масляная компания, магазин. Так, пошли пробовать. Красиво. Такое освещение. Так, ну еще немножко города, улицы. О, смотри. Синай Темпл. Синай, главное, Синайский остров, это же где лоб Шармашей, Египте, лоб Синай. Ищем сейчас какой-нибудь ресторанчик. О, зачем мать, нам их фоллоу? О. А, отель. Это отель, да? Да, так это особый отель. Ну там, наверное, воняет, он старый. Yeah. Все равно сетевые отели лучше, наверное. Ну вот кафе. Ну вот можно меню почитать. Да, да, сейчас зайдем глянем. Какой-то бомж рядом, правда, сидит. О, смотри. Все хрустящее. Да? Все? Нет, 10-11 нормально. А, ну я просто на что-то сразу. А мне что-то померещилось. А подожди, это салаты, рэп, сэндвичи с 10 тоже. Дрессинг, салат. Аппетайзерс. А, потом только сэндвичи. И все, да? Ну, цены обычные. Что, сюда, да? Смотрите, в какой классный мы ресторанчик зашли. Тут везде скачки показывают. И вся история скачек. Называется ресторан «Стадион». Экраны большие. Какие-то интервью берут. А, прямая трансляция по NBC Sport. Это с того стадиона, где мы только что были, откуда мы только что ушли. Так что все, сейчас мы будем заказывать.
Ты же она насмотрелась танцев. И вот как раз в тему туфелька балетная. Очень красивая. Какая-то в честь Пуант. Дженни Макшан. Вот в честь меня, опять мое имя. Такая красивая, believe, да? In your dreams. Верь в свою мечту. А, музей танца, видишь? Саратога эндпоинта. Ну, красиво, музей красиво. Танц. Музей танца. Ну все, мы насмотрелись, наелись, нагулялись, натанцевались. Едем домой после нашего 4-дневного путешествия. 3 ночи провели вне дома. Едем домой. Хочется еще куда-то или не хочется уже? Домой хочется отдохнуть? Домой. Поспать в своей кровати? Домой. Ну, даже эти такси, эти гибриды. Да нет, у меня уже переезды и новые места вошли в привычку опять. Опять хочется, да? Да. Не Кортланд же, в конце концов, опять. Апартменты. Да, вот это апартменты тоже крутые. Поедем мы в наши апартменты. Всем хорошего отдыха, такого же, как и у нас. Только делайте прическу заранее и фиксируйте лаком. Within our desert caravan. Within our desert caravan.